Полицейские стали ближе, это факт, с которым трудно поспорить. Люди привыкли, что в случае беды они могут набрать номер 112, и стражи порядка обязательно придут на помощь. Один за другим открываются и участковые пункты полиции, сотрудники которых следят за безопасностью веренного им района. Такой пункт сегодня появился в стремительно развивающемся микрорайоне «Пригород Лесное». Участковый пункт полиции номер 10 имеет 3 просторных помещения. В каждом из них есть рабочее место, оснащенное всей необходимой оргтехникой. 2 санузла, в одном даже установлена душевая. Комната отдыха, где можно перекусить. Один из принципов деятельности органов внутренних дел, в целом полиция, это открытость для нашего населения, ну и, безусловно, доступность. И открытие очередного пункта полиции на территории именно нового микрорайона, заселяющегося микрорайона, доступность наших жителей до участкового, до полиции, своевременность и правильность реагирования на местах, именно здесь, в микрорайоне, я считаю, что это будет оценено нашими жителями, и мы эту работу продолжим. Пока здесь будет работать только один сотрудник – Никита Храповицкий, молодой перспективный участковый из трудовой династии полицейских. В будущем же к Никите присоединится еще один коллега, а также сотрудник по делам несовершеннолетних. Очень хорошее место работы. Буду знакомиться с населением, постараюсь максимум приложить усилий для того, чтобы все те люди, которые приходили ко мне с проблемными вопросами, я мог бы решить. В планах у администрации Ленинского городского округа совместно с управлением Министерства внутренних дел в ближайшее время открыть участковый пункт полиции в поселке Володарского, а потом и в жилом комплексе «Зеленые аллеи». 21-й год, это ЖК «Зеленые аллеи», тоже интенсивно застраивающийся микрорайон, развивающийся, там открытие участкового пункта полиции. Открывшийся сегодня участковый пункт номер 10 расположен по адресу Пригородное шоссе, дом 3. Но в связи с пандемией личного приема граждан пока нет. Обращаться к участковому можно по телефону 8-996-027-33-19. Максим Козлов, Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.